Фонд содействия реформированию ЖКХ приостановил финансирование программ в 42 субъектах федерации, в том числе и на Ямале. Дело в том, что управление госкорпорации на днях завершило проверку отчетов регионов по итогам 2012 года. Оказание финансовой помощи приостановили в регионах, которые допустили различные нарушения. Так, помощи фонда полностью лишились 19 субъектов. Еще 3 региона пока не получат деньги на проведение капремонтов. 20 регионов, в том числе и наш округ, лишились поддержки в части переселения из ветхого и аварийного жилья. На официальном сайте фонда сообщается, что Ямал нарушил сроки и параметры реализации программ. Добавлю, в течение 4 месяцев регионы-штрафники могут устранить нарушения, иначе полученные от госкорпорации средства придется вернуть.